Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden. Итак, мы с вами продолжаем исследовать корабль. Вот, мы открыли здесь очередную дверь. Вот, она ведет, у нас большая местность, короче. Она ведет в какие-то помещения, сейчас мы посмотрим. Вот. Дальше по плану у нас, что у нас там есть из ключей. Дальше у нас по плану каюта F50. Это у нас где? Это у нас на третьем этаже, первый класс. Окей, это где мы находили Леона, там есть одна комнатка, короче, закрытая. Также есть у нас взрывной заряд C4. Тоже на третьем этаже для каюты капитана. И ключ-карта тоже на третьем этаже к компьютеру какому-то. Это я не знаю, что это такое, но будем разбираться. Итак, давайте. Вы тоже в принципе заметили, что враги стали намного сильнее. Игра начинает трешовать. Так, что у меня по. Так, пистолет, окей. Вы говорили, что я зря трачу патроны, но, блин, здесь по-другому никак. Окей, здесь лифты. Лифты. Ага, можно вниз. Получается, типа, я сейчас нахожусь где? Я сейчас нахожусь на втором этаже. Окей. Так. Лифт. Тут два лифта, короче, три двери получается, да? Или три лифта. Два лифта. Я так вот сейчас пооткрываю, короче, чтобы... Да, чтобы они на карте появились. Окей, давай продолжим, давай попробуем, посмотрим. Так, я нахожусь на втором этаже. Ключа от... У нас никакого нет. Это у нас все от третьего этажа, окей. Здесь закрыто. Вот здесь открыто. Какая-то, не знаю, какой-то центр управления. Здесь, в принципе, нет ничего. Это печально, что здесь нет ничего. Окей, давай пойдем дальше. А это у нас нос корабля, получается. Нос корабля, окей. Пробежимся, посмотрим. Может, здесь что-то спрятали, что-то... Какие-то коробочки, может, какие-то. Мы взяли с вами гранатомет. Так, в принципе, я вот два места помню, где у нас гранаты лежат. А вот где-то еще мы видели. Короче, это, которые я помню места, это у нас где комната охраны. Где-то еще мы видели с вами патроны, гранаты. Ага. Это я просто круг сделал, понятно. Ну, короче, идет лесом этот чувырло. Чувырло с чергой. Окей. Окей. Здесь больше ни черта нет. Эта дверь закрыта. Зря мы сюда, короче, пришли. Давайте отправимся, не знаю, куда нам? На третий этаж. Мы сейчас на втором этаже, да? На третий этаж нам надо. Поехали. Итак, мы на третьем этаже. Да, на третьем этаже. Смотри, здесь тоже какие-то двери есть. Тут заперто. Так, ну, раз мы на третьем этаже, давайте пробовать. Здесь заперто. Тут закрыто. Так, отлично, каюта капитана. Мы взорвали, короче, дверь. Ну, взорвали дверь без взрыва. Окей, сейф. Ключ от компьютерной на третьем этаже. Окей. Хорошо. Ключ от компьютерной на третьем этаже. Да. Да, да и да.
Тяжелая броня защищает от многих атак и ранений. Так, окей, у нас уже одета, получается, у Барри тяжелая броня, да? Давайте оденем ее... Леону еще. Вот. Это что, это кровать или камин, или что это? Это кровать, да? Скорее всего. Да. Незаправленная груда одеял. Так, ну в принципе все, здесь больше у каюте капитана больше нет ничего. Окей. Давайте попробуем. Окей, отлично. Это ключ-карта. Для компьютерной. Окей, труп, тапок. А ключ от центра управления данными на первом этаже. Какие-то уже ключи, смотри, пошли уже такие электронные. Для запуска главного компьютера нужна смарт-карта. Оператора можно найти в пиано-баре на втором этаже. Пиано-бар, пиано-бар. Так, были ли мы в этом пиано-баре? Так, ну, в принципе, все. В принципе, все. Я думаю, скорее всего, в эти места мы будем возвращаться. Я думаю, пока я рано сюда пришел. Окей, здесь все. Здесь все. Получается. Смотри, мы можем спуститься еще ниже. А, еще ниже, говорю. Так, а выше? И выше можем. Окей, выше. Но нам не выйти. Все закрыто. Окей. Четвертый этаж закрыт. Так, ладно, едем на второй. Нам нужно попасть теперь другим путем на третий этаж. Другим путем на третий этаж. Так, получается, лифты вон там. Ага. Через эту дверь идем к лифтам. Так. По прямой, отлично. Я надеюсь, здесь зомбари у нас не появились. Так, погодь. А, это не лифты. Я думал, это лифты. Так, ладно, допустим. А где у нас лифты? Угу. Лифты у нас находятся чуть дальше. Так, дамочки. Ага. Это зареспавнился зеленый или... Я его просто не убил. Ладно, здесь пробегаем спокойно. Без всяких стычек. Это радует. Здесь мы немного зачистили местность. Поэтому все отлично. Так, окей. Едем, получается, я сейчас на втором этаже, мы едем, короче, на третий этаж. Третий этаж. Бляха, я заблудился, короче, погоди. На третьем этаже, вон, смотри, еще какая-то дверь. А, это лифт. А, ну все правильно. Нет, неправильно. Ах, не смог пробежать. Я думал, успею пробежать, но у меня за слоумо сработало. Отлично. Три патрона. Так, вот этого бы еще обойти как-нибудь. Будет хорошечно. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. Так, окей.
Опа. Ну вот этого придется мочить, у него что-то есть. Это столько много ему надо. Окей, фиолетовая трава. Бляха, мне патронов. Мне бы патронов. Побольше патронов. Чем вот этого вот. Вот это вот все. Так, здесь у нас где-то. Отлично, граната для гранатомета. Здесь. Дамочка. В душе. Так, здесь у нас тоже, по-моему, должны быть патроны. Или нет? Нет, здесь нет патронов. Патроны находятся там дальше. Так, окей, эту мы сейчас ножом. Напоминаю, что мы не идем пока в комнату охраны, как бы в эту... Ну, по сюжету. Мы исследуем корабль. Так. Отлично. Три удара, и дама лежит. Блёха, меня кормят травой. Патрончиков мне. Окей, иди сюда. Иди сюда, падкая. Так. Отлично. Три удара. И снова девушка лежит. Так, патрон от пистолета, хорошо. По-моему, сюда... О, а здесь фиолетовые чуваки. Отлично. Так, и вот лифты. Лифты? Погоди. По-моему, прямо вот мы пробегаем. Ай-яй-яй. Схватила. Смотри, как она обняла. Смотри, просто обнимашки. Обнимашки. Зомбям тоже нужны обнимашки. Отлично. Так, где-то здесь, короче, у нас, по-моему, патроны. Бляха. Где-то здесь патроны от гранатомета. Да в смысле? Смотри, специально они, короче, ставят зомбарей так, чтобы я не смог отбежать. Смотри, здесь тоже сейчас будет стоять. Любас. Мне его не обойти. Так, чел. Проходу дай. Проходу мне дай, пожалуйста. Бегом! Фух, отлично. Отлично. Так, в какой-то из кают, я не помню, в какой-то из кают есть для, ну, гранаты. Так, здесь ни черта. Значит, во второй. Значит, во второй каюте есть гранаты. В этих окошках ни черта. Значит, вот в этой каюте есть гранаты. Да. Отлично, так, боезапас гранат мы пополнили. У нас теперь с вами 18 гранат. Нормально. Бляха, дробаш пустой. Дробаш пустой. Это плохо. Это плохо. Теперь, короче, идем в лифт. Да, получается. И едем мы сейчас, короче, с вами на четвертом этаже. Мы едем на третий. Окей. На третий. Теперь вот сюда. Ищем комнату. Бляха. Ищем комнату, короче. Кстати, фиолетовые опасные. Опасные. Им все фиолетовое, и они опасны. Так, две комнаты я пробежал, получается. Вот это. Какой-то ключ. Сейчас. Поюзаем. Отлично. Ай, даму заперли здесь. Даму здесь заперли. Она аж пофиолетовая стала. Так, погоди, здесь что-то сработало. Да блях, одна трава кругом. Так,
Так, отлично, здесь что-то еще есть. Нет ракетницы, забрать ракетную миссию. Ракетница? Здесь еще есть ракетница? Здесь есть гранатометы, ракетница еще? Ни хрена себе. Ну-ка. Средняя броня, хорошо. Запоминаем, что здесь есть ракетница. Дама, иди сюда. Поближе. Девушка, поближе к кроватке, пожалуйста. А вот это дичь, короче. Это дичь. Так, пистолет. Так, леха. Она чётенько. Она траванула меня. Она меня траванула. Ну ладно. Мы фиолетовые травы набрали, короче. Аж целых 5 штук. Хорошо. Окей, так. Куда нам еще? Погоди. Что мы еще не смотрели с вами? Где мы еще не были? Что у нас есть еще? У нас есть смарт-карта и ключ от суд. Суд это на каком этаже? Суд управления данными на первом этаже. Первый этаж. Погоди. Первый этаж. На первом этаже же там этот... Как его зовут-то? Морозилка. На первом этаже морозилка, в смысле? Там же нет никаких этих судов, не судов. Так, ладно. Ладно. В принципе, мы с вами осмотрели. Я не знаю, ничего не забыл. Вот. Так, мы в принципе осмотрели. Давайте пойдем, короче. Я не знаю, как попадать на первый этаж. Может, дальше по сюжету мы как-то попадем. Вот. Может, какой-то другой вход есть на первый этаж, как-то с другой стороны, с какой-нибудь там, или еще что-то. Вот. Ну, а пока мы с вами пойдем в комнату охраны, посмотрим, что нам преподнесет немножко сюжет. Так, это получается вот это. Да. Так, зеленого нахрен не трогаем. Он слишком зеленый. Опа. А вот этого придется. Погоди. А, и двоих придется мочить, да? Ладно, давай. Ножичком. Сюда иди, сейчас по щам надаем. Блёха, какой резвый. Отлично. Ладно, давай этого подождем. А, смотри, я могу выбирать. Опа, прикольно. Я даже осматриваться могу. Могу выбирать Леона. Так. Смотри, какая фишка. Я могу вот так вот передвинуть. И смогу, наверное, бляха, зеленая трава. И смогу, наверное, ей попадать более четко в этот промежность в этом. Вот они! Похоже, они направляются на верхнюю палубу. Бессмыслица какая-то. Монстр уничтожил все живое, что встретил на своем пути. Почему он не убил девочку? Ты снова за свое? Знаю, ты думаешь, что это она, монстр, которого мы ищем. Но тогда почему не растеклась по полу вместе с той тварью? Я понимаю, но... Если ты обеспокоен ее даром, не стоит волноваться. Я знаю о нем. До того, как ты попал сюда, я успел поговорить с ней. Пару лет назад ее забрали из сиротского приюта. С тех пор она слышит странный звон в ушах. Слышит? Да, вероятно, у нее очень чуткий слух. Не говоря уже об остальном, ее раны заживают быстрее, чем у других. Из-за этого она не ладила с другими детьми. Они считали ее странной. Когда дела пошли совсем худо, приемные родители решили отправить ее к родственникам в Европу. Так она попала сюда. А не потому, что сбежала от ученых Амбрелла. Звучит очень убедительно. Черт, чего я парюсь? Можешь поверить хотя бы до тех пор, пока не разберемся. Главное, что сейчас монстр направляется на верхнюю палубу. Если мы его остановим, есть шанс спасти девочку. Так в чем проблема? Ну же, мы тратим драгоценное время. Давай, вперед!
Так, окей. Мы поняли, куда монстр ведет девочку, на верхнюю палубу. Верхняя палуба. Я так на четвертом уже, в смысле верхняя палуба. Какая верхняя палуба? Второй этаж. Это не верхняя палуба, это, ну, носовая часть корабля. Короче, надо на второй этаж. Понятно, да? Нужно на второй этаж. Так, а теперь сохраняемся. Сохраняемся мы сюда. И погнали. Нам нужно на второй этаж. Второй этаж. Это смотри, если я сейчас к лифту подбегу, там спущусь, короче, вот здесь я выйду. Вот здесь я выйду, здесь лестница вниз. И как раз второй этаж. Окей. Окей. Ну, давай попробуем. Я чувствую, что сейчас будет очередная битва с тираном. С этим монстром. Я почему-то так думаю. Ну, у нас, в принципе, есть гранатомет. В принципе, мы, если что, гранатометом его забабашим. Ну, конечно, для начала я попробую чем-нибудь его более простым. Типа, не знаю, там... В пистолете у нас есть патроны, но... Так, лестница вот здесь. Окей, давай-ка я попробую... Бляха. Ну-ка, уйди! Бляха, бабы такие резвые, да, бабы? Так, стой, погоди, вот так вот. Вот так вот. Ждем, короче, пока она подойдет ближе. Ох ты, падла. Раз. Да, вот смотри, я чётенько попадаю. Чётенько теперь попадаю. Промежность. Вот этим зеленым девчонкам в промежности. Чётенько. И всем в промежности чётенько попадаю. Так, окей. Здесь через главные ворота мы выходим. И движемся. Я ж правильно бегу? Да. Все, теперь по прямой, короче. До... До. Так, очередная сохранка. Окей, 6. Окей, сюда сохраняемся. Здесь у нас Гарн Фрим. Хера! Бляха! Подмога бежит! Подмога бежит! Ну-ка. Да в смысле, умирай! Я не хочу тратить, короче... Бляха, этот патроны. Ну давай, я сейчас этого тоже сейчас загашу ножиком, попробую. Попробую ножиком. Отлично. Нам повезло. Опа, а здесь еще что-то есть. Опа, патроны для пистолета. Ништяк. Так, нужно, короче, наверное, принять. Скорее всего, наверное, да? Я думаю, принять аптечку, выбрать пистолет и погнали. Стой! Отпусти девчонку! Немедленно! Ух ты, вдвоем, смотри, крокозябра. Ну чё, Валуев. Дядюшка Валуев. Дядюшка Валуев, на. Ух ты. Натренированный чувак, ты смотри, как шпилит. Люси! Леон, ты жив? Я знала, что ты в порядке. По кишкам стекает... Этот, как его? Mountain Dew. Не могу поверить, его невозможно остановить. Скорее, надо убираться отсюда, уходим, быстро. Бляха. Это была отрыжка? Не догонишь. Окей, так, а мы здесь бегались?
Ты хорош рыгать. Опа. Ну-ка. Если я выбегу от Седова... Бляха, смотри, появился опять. Выбежал от Седова, все, он здесь больше не появится. Не, смотри, он здесь рыгает все. Все рыгает здесь. Видать, что-то пережрал, короче. Да бляха. Где-то что надо? Твоя отрыжка не сравнится с отрыжкой тирана, понятно тебе? Так, нужно валить, короче, отсюда. Куда-то на безопасное, значит, расстояние, да, убежать. Ну ёпта! Да ё-моё! Откуда вы здесь все взялись-то? О-о-о, впритык прям! Прям впритык! А куда мне надо? Что мне вообще надо сделать? Куда мне надо? Погоди. Что у меня за задание? А! Я не туда побежал. Понятно. Понятненько. Понятненько. Размахался-то резвый. Так, ну окей. Я сейчас тебя... ножичком. Сюда иди. Сюда иди. Хлоп. 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 Да в смысле? Хлоп, я говорю. Отлично. О, 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 о! Внезапный взрыв сотряс Starlight. Люси, ты цела? Цела, я в порядке. Пожар, если загорится машинное отделение, то корабль взлетит на воздух, а мы вместе с ним. Попробую вызвать нам вертолет по рации. Нужно бежать с этой плавучей ловушки. Мэйдэй, мэйдэй, штаб, слышите меня? Прием. Штаб на связи, прием. Я нашел Леона, с нами еще девочка. Похоже, выжила только она. Что насчет Био? Работаем над этим. Корабль горит и вот-вот пойдет ко дну. Нам нужен вертолет для срочной эвакуации. Вам не добраться из-за грозы. Как обычно. Продержитесь, пока буря не стихнет. Мы вышлем вертушку, как только прояснится небо. Ну да, конечно, корабль отложит затопление. Он говорит, типа, корабль тонет. Вся фигня, короче, взрыв там, сейчас взорвется, все потонет, все к чертям. Кое-что еще, у нас новые данные о Био, которые помогут вам опознать эту тварь. У нее зеленая кровь. Как понял, прием. Понял тебя, зеленая кровь. Конец связи. Похоже, ты ошибался. Ага, похоже на то. Леон, проверь, есть ли здесь система пожаротушения или что-то еще, чтобы остановить распространение огня. Так мы выиграем чуток времени до прибытия вертолета. Что ты задумал? Верь мне, я скоро. Ну да. Люси, будь рядом, на таких кораблях все управляется с главного компьютера. Нужно найти его и попробовать включить систему аварийного пожаротушения. Хорошо, я за тобой. Окей. О, мы играем за Леона, да ладно. Теперь нам дали управление... Да ладно, нам дали управление за Леона. Прикольно. Вот. Ну что, окей, давайте на этом закончим, вот, дорогие друзья. Была очередная стычка, да, с этим, с тираном. Вот. Я думаю, это еще не конец. Я думаю, еще нам игрушка преподнесет подарков. Вот, нам еще нужно ракетницу найти, все, как-никак. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.